И всем здорова, дорогие друзья, с вами я, канал Люха. И мне кажется, вы все замечательно знаете эту игру. Я уже две серии снимал про эту игру. Про маньяка. Если что, ссылка в описании на вот эти две части. Первая часть и вторая, ссылка в описании. Но когда посмотрите это видео, посмотрите первую серию, потом вторую. Ну, сам говорю, у меня тогда лагал компьютер жестко. Сейчас у меня оно не так лагает, как в первой серии, в второй. Так что мы сейчас будем играть. Давай установку для чистки воды, да. Да что? Уау, марш! Ладно, все выбрали установку для чистки воды. И мне дали 10 монеток. И сейчас выбирается, кто будет маньяком. Если это я буду, то это... Это не я! Это не я! О нет, Джефф убийца, он 84-го года родился. Здесь написано. Ну не Джефф убийца, а ник у него 1980. Так, мы, короче, мы заспавнились. Канистра, как я приседаю? Подожди. Встань! Все, я понял. Как приседать и как не приседать. Раунд начинается через секунду. Раунд начался. Чего? 30 секунд, надо ждать, и тогда снова начнется. Ладно, ждем 30 секунд. Можно типа посидеть. А, не, все равно. Это у всех. А... Не, реально, а что нам купить? Подожди, здесь можно? Подожди. А, я понял, маньяк вышел. Поставь лайк и подпишись на мой канал, ведь я старался. Я старался, так что подпишись на мой канал. Вот. Не. Вот, подпишись на мой канал, давай, тыкай, подпишись. И поставь лайк, и поделись своими друзьями. Давай, до новых встреч. Зачем? Ну, досматривайте это видео, пожалуйста. Подожди, да, вот так вот. Нам дается 15 секунд, чтобы спрятаться. Надеюсь, он сюда не будет идти, я отсюда и спрячусь. Он же не может сюда? Он может сюда прийти. Ладно, давайте сейчас возьмем эту штуку. Все, маньяк вышел. Он рядом со мной. Давайте присядем. Сюда чел забежал. Так, маньяк там. Вот он. Зачем он полиция? О, он здесь. Нам надо эту штуку еще взять. Блин, там есть чел, который... Уже не надо помочь. Блин, кто хочет четвертую серию такого замечательной, то не знаю. Если наберется хоть 10 просмотров, то я выпущу еще одну серию по этой игре. Ладно, мне там нету. Мне брата спрячу. Блин, она так меняется на серую. Если бы у меня был бы какой-то планшетник, да я мог бы за маньяком следить через планшет. Это было бы... Ладно, я буду сидеть на ровной попе, как говорится. Хоть у нас и одна хп. Ясно. У нас там тоже... Подожди, мы можем обратно положить. Да, пацанам бы я хотел бы. Так, это все, что у нас есть. И плюс два места мы можем это вип. Мы очень близко с ним.
очень близко с ним. Где он? Ну, где-то там, короче. Ну, как бы эта карта очень маленькая, так что... Так что, да. Может, кстати, на дерево было бы залезть. Так как бы и можно. Он возле... Он там. Там только что человека ранили. Вот как раз... А, нет. Он сейчас сюда по-любому побегает. О, выход открыт! Маньяк, тихо! Маньяк, тихо, тут там... Я вижу, маньяк к тому выходу побежал, значит, я сейчас к тому побегу. Вы сами видели, маньяк к тому выходу побежал. А я сейчас побегу к этому, я вам помогу. Плюс у меня новый ножик какой-то. Да, тут девочка была. Я? Каким я могу быть стройный человек? Или я? Это моя коллекция, даже девочки. А, давайте второй раунд. Но я просто взял и спрыгнул. А как он залез? Эй, как он только что залез туда? Как? Как это? Блин. Не, ну реально. Подожди. А почему бы и нет? Подожди. Что это? Взяли что-то. Ну почему бы нет? Кстати, можем перепрыгнуть. Ну ладно. Будем стоять здесь. Отойди. Отойди нафиг. Отойди. Блин. Ну, честно, так даже не интересно как-то. Будем ждать. Просто стоять и ничего не делать. Скучно. Пока! Помоги, я к тебе бегу. Спасибо тебе. Просто, ну, благодарство. Скажите этому чебуряку спасибо. Ну, вообще, молодец. Вот там у Украины. Блин, отлично.
цапночка была. Это мы уже вот там. Он сзади нас только что, кстати, был. Без прикола. Нифига я прыгнул. Видели? Надеюсь, он не догадается, что какой-то счет откроется через 10 секунд или что это было. Короче, сейчас выход откроется и нормально. Выход откроется. Ага! Ты чё? Уже много людей сбежало. Ну я тут понял, да, я, короче, к тому выходу. Типа, если бы главное не то было, один туда бы зашел, к этому выходу, второй к этому. Или один выход был бы на одного маньяка, это было бы легче. Тот может туда пошел, тот может туда пошел. Так, ладно. Сейчас давайте последнюю катку сделаем, как говорится, закрепим. Ведь уже время, ближе. Все понятно. И она сбежала. Ее тоже еще одного ранили. Триндес. Один остался раненый. Его. И снова кого-то ранили, у кого-то на сердечко, походу, осталось. Блин. Подожди. Чел. Он же так узнает, где. А, нет, у меня все равно не было. У меня вообще самая просто отличная рыдычка. Ну, посмотрите. Все там убирают, у каждого осталось по одной сердечке. А я вот здесь с тремя сердечками просто лежу себе. В телефон играю, убрал Старс. Или в Старс. О, это тот чел, который только что вышел. Хорошо вышел. Так. Ой, мне кажется, почти у всех игроков осталось по одной сердечке на стороне. А ну ушел! Меня не пали! Смотри! Сейчас спалит меня трендец. Ю, давайте танцевать. Что тут? А вот он. Вот бежит, а он. Может нас не убить. Они в дом зашли! Они... Нет, только что девочке помог, ну, хочет пацан больше помог. Помогите, я не хочу умирать! Кто-то! Помогите! У вас 9 чебуреков, и никто не может мне помочь! Кто-то! Отойди от меня. Может, здесь кто-то есть? Ну все, это трындец, походу, да? Кекнули с дома. Нас убили. А подочнее кое-какие люди меня и спасли. В этой замечательной игре. Ну ладно, думаю, можно заканчивать. Ведь ролик почти идет в Москву. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто хочет еще, чтобы я поиграл в эту замечательную игру. Это третья серия. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.